Друзья, привет! Сегодня начну свою рыбалку с основного русла. Вот оно за моей спиной. Ну и продвигаться буду в сторону моста, к своему привычному месту рыболовства, так называемого. Что из этого получится? Посмотрим. Погода сегодня такая вроде безветренная, небольшой есть ветерок. Синоптики прогнозируют небольшой дождь целый день. Ну а мы посмотрим, что у нас получится. Погнали! Что-то долбануло небольшое, малюсенькое. Вот это да! Бомба! Бомба, друзья! О! Вот это да! Что, будем освобождать? Ну, освободил я ее немножко, закровила, но думаю, она побежит. О, смоталась. Ага. Ты что-то мне схватил телефон и все, и побежал в гору. Он сначала за мной бежал, наверное, это что? Потом отдал. Ясно. Ну, сейчас идем по мосту. Под мостом, в районе моста половим. Там прекратился клев. Что будет, посмотрим. Захар со мной идет. Так. Окунек к нам, по-моему, пожаловал. Эх, неплохой окунёк. Зверёныш пятнистый, полосатый. Ух ты. Попробуем. В протоке. Там есть, ага, был выход. Выход был. Что-то дибнуло. Не трава, потому что мне видно. Ну давай тут вот затишек. Вылетай. Так, сейчас попробуем здесь по течению прогнать, как бы туда вниз самому не прогнаться, блин. О, в обраточку прям. Обраточку. Отлично. Ага, была атака. Выход был. Это радует. Значит, в обратке там стоит. Имеет место быть туда кинуть.
В общем, там на прежнем месте не было ничего, сместился вот на яму и вот в протоку сейчас забросил выход из ямы русловой. Воблер поставил уже другой, а то тот уже примелькался. Но это тоже деревянный, самодельный. Так. Еще забросик. Вот так вот. Есть, друзья. Тоже подсела к нам из протоки. О, сопротивляется. О. Ух ты, щучка какая хорошенькая. Видно, наверное. Вон она. Вон она. Ух ты. Красоточка. Слабенько сидит. Если уйдет, даже ничего страшного. Нет. Ого. Нехилая. Нехилая. Мамзелька. Мамзелька. Хорошо, хорошо. О, прекрасная щука. Положим ее также вдоль спиннинга. Вот так вот она. Сейчас вот стегну камеру. Ой. Вот такая вот у нас щучечка. Хорошенькая. Прекрасная. Ну вот, вот такая вот щучечка сегодня порадовала меня поклевочкой. Замечательно, красотка. В общем, весов я с собой не взял. У меня зато есть рулетка. Сейчас мы ее измерим рулеткой. Ага. Вот. Ноль. Ноль. Ну и до пера. А что это я, фунты что ли? Сантиметры. Во, сантиметры. Так. 65 сантиметров. Неплохо, думаю. Захар пульнул. Прям под кусты. Отличный забросик. Ну и я сейчас тут даже. Ну, вряд ли там еще одна будет стоять. Все возможно. Да все, конечно, возможно. Ну, сегодня, друзья, все у меня. Тем более, начался дождь. Пойду домой. Но вы оставайтесь со мной, подписывайтесь. Сезон только начинается, рыбалочки будут. Я надеюсь, будет все интересно. Всем удачи, пока!